13 октября 2010 года меня задержали возле станции метро «Проспект Просвещения» за передачу моему коллеге ветеринарного препарата под названием кетамин и, собственно, предъявили обвинение по статье 228, часть 3. А вы для чего передавали? Для того, чтобы он лечил животных, естественно, потому что он представился как мой коллега, а впоследствии оказался сотрудник госнаркоконтроля. Уже же была серия задержаний ветеринарных врачей. На данном этапе... В Питере тоже? Нет, это была в основном Москва. Ну, в принципе, она была по всей стране, но в основном москвичи больше всего пострадали. На данном этапе вот прошло по Петербургу это дело. Кетамин относится к списку, находится в списках подконтрольных веществ. Соответственно, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков относится к исполнительной ветви власти. И мы занимаемся тем, что мы исполняем законы. Списки – это закон. Соответственно, все, что в списках, находится под контролем. Гораздо проще для сотрудников госнаркоконтроля демонстрировать показатели в своей работе, охотясь за ведьмами, нежели чем раскрывать реальные преступления и устанавливать реальные преступные группы, потому что понятное дело, что эти преступные группы сопротивляются. А ветеринары не сопротивляются. Они, в общем, и не особенно скрывают, что они используют кетамин для лечения животных и будут использовать кетамин для лечения животных, потому что замены этому препарату психотропному пока еще не придумали. Я не оперирую, потому что, собственно говоря, я не вижу достойного аналога этому препарату. А для того, чтобы у меня животное умерло посреди операции, я не сторонник этого. Я хочу, чтобы у меня животные засыпали на операцию и просыпались после операции.